Беларусь по итогам прошлого года нарастила экспорт продовольствия в Россию более чем на 24%. Этот показатель достиг 6 миллиардов долларов. Товары отгружались в 76 регионов РФ. Основные покупатели нашей продукции – Санкт-Петербург и Ленинградская область. Наибольшим спросом пользуются мясо и молоко, производство которых увеличивается с каждым годом. В стране продолжается обсуждение программы партии «Белая Русь». Учредительный съезд пройдет в Минске 18 марта. Десятки инициатив поступают из регионов. Представители Могилевской области предложили часть активов предприятий с госкапиталом передать в собственность работников. Такая сопричастность может стать дополнительным стимулом для развития экономики. Минобороны сообщает о плановом призыве в марте. Военнообязанные улучшат свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, спецтехники, примут участие в учениях. Боевой готовности в республике уделяют большое внимание. Тренировки с начала года проводятся в разных частях и соединениях. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли собирают информацию о частых нарушениях со стороны продавцов. В основном бизнес ведет себя добросовестно. Однако нередко покупателям навязывают расширенную гарантию на различную технику. Сегодня ведомство запустило горячую линию. Пожаловаться можно по номеру 8-017-241-4202. В страну пришло резкое потепление. После зимовки возвращаются перелетные птицы. В среду синоптики прогнозируют до 17 тепла. В северных регионах возможен дождь и мокрый снег. Ветер южный до 20 метров в секунду. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.